Я уже накрасилась. Я очень рано что-то собралась. Теперь я смотрю просто YouTube. Смотрите, у меня там розовое. Потом увидите зачем. Ну, розовый тень. Сейчас я буду есть. Вообще не хочу есть, не понимаю, что такое. Яйцо вареное, потому что мне очень захотелось вареного яйца. Вот. Погода, кстати, не очень пасмурная, но тепло сегодня. Это очень круто. 12 градусов у нас. Круто. Все, я пошла кушать. Всем доброе утро. Время Витиный край. Потому что я не знаю, сколько сейчас. Не помню. Кто кушает, приятного аппетита. Кто смотрит вечером, спокойной ночи. Кто смотрит днем, хорошего вам дня. Ребят, я уже иду на остановку, но кажется, я все-таки опоздаю. Ну, типа, на пару минут. Либо если я сейчас быстро добегу до остановки, сяду, то я не опоздаю, потому что мне ехать минут 10-15. Ребята, я приехала. Сейчас Ангелина сидит в конце того зала, короче, там. Сейчас услышим оценку ее. Там мой яркий образ. Всем привет. Где твой этот... Страйк там. Я решила. А что, он у тебя тут все помещает? Как видишь, все поместилось. Откуда столько карточек? Я банкир. Банкиров так. Пойдем в туалет. Ты банкрот. Пошли. Ой, жвачка. Такая, кстати, невкусная. Можешь мне отдать? Нет. Прошла первая пара. Мы кушаем. Ангелинка поняла такие вкусные батончики. Чем? Я уже съела, я еще на паре начала. Потому что, как обычно, проголодалась. Сейчас у нас 5 минут на перемены, поэтому потом мы пораньше, скорее всего, уйдем. Такие дела. Окей. Да, я уже все загрузила. Мы вышли, слава богу, с английского, и сейчас go in the cinema идем. Вот, смотреть какой-то мультик. Но сначала надо купить чипсы, попить и билеты. На улице у нас, кстати, тепло. Очень даже. Нет. А студенческий там? Нет. Нет? Нет. Ну ладно, здесь так нас пропустят. А что, могут не пропустить? Нет, ну кто-то вроде говорил, что по паспорту. Я сегодня специально не взяла паспорт, потому что не помещалась. Все, надеюсь, нас пустят. Ну, меня. У меня тоже нет. Ждем заказ Макснарка. Сейчас покажем. Не, здесь не приближается. Наш 22-й, и он где-то. Где-то там. Ну, скоро будет. Мы купили. Держи поровнее. Да не могу. Мы собрали заказ, бежим в кинотеатр. Давай обмотку. Давай, пакетик поставь. Побежали. На сколько времени? 15 минут где-то оставать начало. Да нормалек, да бежим. С ветерком. Да не знаю, куда идти. Ну ничего страшного. Да. Мы подходим. Чё орёшь-то? Вот кинотеатр. Кстати, я в нём никогда не была. Я тоже. Ну я тем более. Если они еще вообще на нее классик уйти. У меня рука трясется, Лена, если там будет. Вот такой вот. Блин, тут все такое этот. Красивое. Пойдет. Нет, видела кинотеатры, какие у нас? Нет, я тут не видела. Вот это покрасивше. У нас получше даже. Салават кинотеатр есть. В общем, мы с Леной первый раз в этом кинотеатре. Мы не знаем, как здесь. Все обустроено. Ну, а так здесь красиво. Кстати, снимает Ангелина, потому что у меня мало зарядки. А, и вот. О, да, здесь. Кайф. Ой, все, мы зашли в зал, сели, ждем. Я без линз, без очков не укатываюсь почему-то. Вот, на каком вообще фильме пришли, Ангелина? Финик? Это мультик. На мультик Финик пришли, дадим потом оценку. Ну, я люблю мультики.
Все, всем приятного аппетита, кто ест, приятного дня, просмотра, кто что смотрит, хорошего вечера или дня. Все, вышли мы с мультиком. Я хочу спать, я ставлю где-то 8 из 10, но мне понравилось, просто, знаете, там такие некоторые моменты были, например, на сидушке режиссера было написано «режиссер». Русским буквами. Вот это меня немного смущало. Вон через зеркало себе снять. Зачем мне? Все, мы сейчас по домам, а в 7 у меня еще одно представление неоклассика. Там я тоже вам поснимаю. Наверное, я разделю данный влог вчерашний на разные, потому что этот день длинный уже получается. Как тебе фильм? На 6-6,5. Давай фотку сделаем для заставки. Ребята, я только что приехала, пять минут назад приехала домой, у меня нет сил вообще, по-моему, еще мозоль у меня. Я без носок, потому что ходила. Я вообще устала. Сил, слов нет даже. Но через 40 минут где-то нам уже выходить на оркестр. Так что встретимся уже, когда, скорее всего, будем выходить. Еще у меня зарядки на телефоне нет, и на пауэрбанке тоже нет, почему-то он уже не заряжает нормально. Вот. Я не знаю, в чем мне идти. Все, мы уже собираемся выходить. Я уже 10 минут пляшу в куртке под музыку. Никак не выйдем, блин. Мне уже выходить надо, уже жарко. Еще маршрутка, автобус. Ты свой, кстати, сейчас ждала. Фрагмент предпоследний был же с Ангелиной. В итоге она уехала через 15 минут, я уехала плюс через 30 минут. Минут 45 ждала. Может, 25, я не помню. Я еще без телефона была, потому что зарядка села, и пауэрбанк опять не заряжал. Все, встретимся уже в театре. Приехали мы минут за 10, вообще народу нет. Едем быстро, все сигнали, всем сигнали. Правда, я тут была 40 минут назад. За 13 минут идти. Туда быстро идти. Ну, твоим черепашьим шагом 13 минут, моим 5 минут. Все, в этом парке мы гуляем на физре. Куда дальше идем? Все. Идем медленным шажком. Погодой наслаждаемся, весна на улице уже. Или зима. Будьте настроение. Нет, у меня все хорошо. У меня весна уже в душе, так на улице и на лице. Прелесть. Идем. Здесь я, если честно, первый раз иду. Ребята, мы пришли. Людей здесь полным-полно. Я не знаю, как мне снимать вам сейчас. Но мы скоро зайдем в зал, там я вам поснимаю, когда выключу свет, и никто не увидит. Моя оценка. Ну, мне как бы понравилось, да, но я как бы мечтаю сходить на другие концерты, не на это. Ну, как бы сюда, ну, я сходила, мне понравилось. Тебе понравилось? Конечно. Мне тоже понравилось очень. Не повторяю. Мне понравилось, ой, всего из... Сколько там было, в общем, композиций? 10? Я не считала. Из 10 композиций я знала примерно, ну, 6. Ну, конечно. Да. А остальные мне было немного неинтересно слушать, потому что я как бы их вообще не знала. Ну, в принципе, мне понравилось. Вот, мы уже едем, идем на остановку, потом едем домой. Я очень устала за сегодняшний день, сказать честно. Очень длинный и насыщенный получился. Завтра ничего по планам нет у меня. Ребята, мы зашли домой, сделали покупки. Ну, точнее, я купила только коктейльчик один. Все остальное купила еду.
И я, кстати, его уже выпила по дороге домой. Взяли и купили чипсики. Представляете, ценник другой оказался. Салфетки. Я думаю, 50 рублей дороже получается. Да. На 50 рублей дороже чипсики вышли. Вот такой коктейльчик я уже выпила. Было у меня уже плохо от него. Просто я быстро его выпила. А, фрукты. Овощи, точнее, фрукты. Ерунда какая-то. Ладно, пиво какое-то. Вот такое с вами не пьем. И мыло детское. И пакет 5 рублей стоит, кстати. Я тоже один раз взяла, ошалела. Ну, потому что он раньше 1 рубль стоил, как бы. Вот, поэтому я и удивилась. Сейчас он 5 рублей стоит. А, ну все, сейчас я поем чипсы, надеюсь. И пойду умоюсь, отредактирую видео. И в час пойду спать. Все, я уже собираюсь спать, точнее, умываться, потом редактировать видео, потом уже заспать. Сейчас смоем свой макияж. Покажу, как я умываюсь. Кстати, еще никогда не показывала в таймлапсе, так что смотрите. Надеюсь, вам меня видно, потому что вы лежите на трубе. Надеюсь, телефон не упадет, потому что он может упасть за ванну, но я его не достану никогда в жизни. И этот волк никогда не выйдет. Сначала я смываю макияж, нужно закончить. Мицеллярную воду. Так. Все нормально. Ну, до этого, после уника я уже стерла макияж, как бы после прогулки с Ангелиной. Тон. Вот, так что... Ну, сейчас на мне пудра. Я не скрываю то, что я сильно достаточно крашусь. Как бы, да. Момент есть. Помню, меня еще просили снять, как я умываюсь, смываю макияж год назад, наверное. Но я решила почему-то не снимать и поняла, что нужно это заснять только сейчас. 9 апреля 2022 года. Хотя даже больше года назад, наверное, хотела снять. Все. Мицелляркой смыли вроде всю косметику, да. Аж 2 диска потратили. Теперь пользоваться будем такой пенкой. С экстрактом бамбука. Чуть-чуть. Вообще, сегодня был достаточно прикольный, насыщенный день. Мне понравилось. Нужно было добавить побольше воды. И поменьше пенки, потому что она сейчас у меня не как пенка. Еще мне нужно купить ободок, чтобы, знаете, волосы не пачкать и не мочить, потому что я их все-таки выпрямляю. Одноразовая салфеточка. Так точными движениями убираем водичку. Не трем. И все, осталось нанести крем. Крем я вообще не мою, Юлину, не знаю, не помню, как это большая банка. Да и, в принципе, на этом все. Все, кремик наносим. Такой. Аравия, думаю, многие слышали. Ну, если честно, я никогда не слышала. Без линз, кстати, очень плохо. Я прям не могу. Под вечер вообще ничего не вижу. Днем вообще более-менее как-то не обращаю внимания. И в более светлой, знаете, атмосфере. Ну все, я пошла редактировать видео. Всем желаю спокойной ночи. Еще и за интернет надо заплатить. Всем спасибо. Встретимся с вами уже завтра. Спасибо за просмотр, за лайки и подписки. Всем приятного аппетита, спокойной ночи, хорошего дня. Кто когда смотрит, я не знаю. И всем до завтра.